«Безобразное фото, вы отвратительные», написали подписчики под этим снимком Анастасии и Дмитрия Тарасовых. Комментаторов возмутила не только поза звездной парочки, но и то, что этим кадром они поздравили маму Дмитрия с днем рождения. К эпатажности Насти Ивлеевой уже все более-менее привыкли, но иногда звезда переходит все границы. «Ну что за жесть? Вы во что себя превратили?» – одно отвращение – восклицали фанаты звезды после публикации этого фото. «Бритни, протри хотя бы камеру!» – восклицают поклонники певицы Бритни Спирс. В отличие от других звезд, уделяющих огромное внимание своим соцсетям, Бритни предпочитает не заморачиваться. Создается ощущение, что артистка выкладывает все свои фотографии без разбора, нечеткие, смазанные, с нарушенными пропорциями и обрезанными ногами. Подписчики звезды негодуют, но как можно быть такой пофигисткой? Фигуристка Татьяна Навка тоже не боится невыгодных ракурсов и смазанных фото. Вот такой снимок звезда выложила в своих соцсетях. Большинство подписчиков подобную смелость не оценили, однако олимпийская чемпионка критику в свой адрес просто проигнорировала. Певица и телеведущая Ольга Бузова ушла в другую крайность. В стремлении довести свое фото до идеала, звезда явно перестаралась, лицо исказилось до неузнаваемости. «Оля, что с тобой?» – с удивлением вопрошают поклонники артистки. С лицом актрисы Деми Мур тоже в этом году творилось что-то неладное. Все гадали, что это было – неудачный контуринг, плохое освещение на подиуме или последствия пластики. В любом случае фото не удалось, и поклонникам звезды не понравилось. Принц Чарльз и его супруга Камила выбрали для рождественской открытки этот снимок. Многим выбор фото показался по крайней мере странным, праздничного настроения эта открытка точно не создает. За пост с этим фото на Диму Билана ополчилось большое количество подписчиков, его назвали лицемером из-за того, что он отсутствовал на прощании с певцом Александром Градским, при этом посвятил ему несколько трогательных постов в соцсетях. Подписчики Билана написали следующее. Почему же все-таки не был на похоронах? Проводить в последний путь – это дань уважения. А вот это все слезливые истории выкладывать попахивает лицемерием. Я очень уважал Билана, но данный поступок разочаровал. Билан пришел на могилу Градского только на 10-й день с момента смерти музыканта. Для всех своих критиков он пояснил, что выражает сочувствие так, как считает нужным. Он выставил это фото, потому что хотел показать важный момент своего прощания с близким человеком. Ставь лайк, если понравилось видео, и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.